Приветствую вас. Знаете, я перед тем, как отвечать на ваш вопрос, который вы сейчас задали, да, и на который я отвечаю, я решил посмотреть ваш профиль, потому что очень мало вы информации дали о себе и о проблеме своей, собственно говоря. Вот, я решил посмотреть ваш профиль, посмотреть, какие еще вопросы вы нам задавали, какие еще вопросы, может быть, вы задаете, чтобы, ну, как-то вот немножечко лучше понять вас, чтобы как-то вот немножечко лучше понять то, что с вами происходит. Значит, смотрите, какая у вас получается ситуация, да? А вы говорите, вы пишете в разных вопросах, в разных своих, значит, ну, в разных текстах вы пишете, что вам с одной стороны не нравится, как ведет себя молодой человек с вами. Вы не удовлетворены его поведением по отношению к вам. Да? Вот. Вы раздражены, раздражаетесь на всех других людей. То есть у вас имеет место быть именно неудовлетворенность. И я полагаю, что эта неудовлетворенность связана с, ну, вероятнее всего, с определенной принужденностью постоянно. То есть как вот это вот мне видится, по крайней мере, что имеет место быть у вас постоянная принужденность. То есть вы вынуждены постоянно, ну, делать что-то, что вам не очень по душе, заниматься чем-то, что вам не по душе и так далее. То есть вам приходится следовать тем ситуациям. Вам приходится следовать тем проблемам, да, которые, ну, вам не нравятся, да, которые вас не устраивают и так далее. Вот. Значит, смотрите. Вы постоянно движетесь не своими желаниями. То есть вы постоянно движетесь всем другим, не своими потребностями вы движимы. Знаете, в чем дело? И это самая ваша основная проблема. Вы не удовлетворены. Вот подумайте, что объединяет
все ваши вопросы, которые вы задаете. Вы пишете, что как поверить в себя? Да, вот прямо. Давайте попробуем пройтись по вашим вопросам. Вот первый самый вопрос, который вы задавали, даже два раза. Как поверить в себя, перестать воспринимать чужое мнение, значит, вы пишете, думать потом, что скажет, подумать, надоело, пытаться понравиться всем вся, думать, что что-то сделал не так, анализировать свои поступки, а потом грызть себя за то, что сделал не то, наверное, я себя стесняю. Вот. Это был ваш первый вопрос. О чем этот вопрос? О чем он? Он о непринятии себя. Этот вопрос о непринятии себя. Вы не можете себя принять. Вы не принимаете себя. И это проблема. Проблема родительских отношений. То есть, вы себя не цените. Вы себя, вероятно, не уважаете. На достаточном уровне. И поэтому над вами как бы давлеет мнение других людей. Вы не уверены в себе. И вы не принимаете себя, осуждаете себя, как бы скажем так. Да, осуждаете себя. Вот. Ну и, соответственно, из-за этого у вас неудовлетворенность. Из-за этого у вас проблема. Это первое. То есть, чтобы поверить в себя, нужно себя принимать. Нужно начать себя принимать. Для этого необходимо убрать блоки, которые вам это мешают. Вот знаете, у вас есть выбор. Смотрите. Выбор. Какой выбор? Первый выбор, то есть первый вариант, первый, это такой, что вы полностью растворитесь в других, да? Полностью растворитесь в своих претензиях, то есть те претензии, которые вам предъявляют люди и которые вы предъявляете сами себе в контексте других людей, вас полностью поглотят. Это первый, такой возможный вариант, да? Вот. А второй вариант это то, что вы все-таки будете действовать, самостоятельно. Все-таки вы будете действовать, опираясь на свои желания и на свои ценности, на свои потребности и так далее. Вот. Понимаете, да? Ага. То есть, это вот ваши два пути. И какой путь вы выберете, естественно, зависит только от вас. И понятное дело, что ни от кого больше. Вот, но если вы выберете, если вы выберете этот путь, то, соответственно,
соответственно, можно будет тогда уже вам помочь. Вот. Далее. Следующая, скажем так, проблема, которую вы описываете, следующая проблема, о которой вы говорите, это проблема, значит, смотрите, проблема молодого человека, да, то есть мы с вашим молодым человеком перестали себя понимать друг друга, и говорите, что, точнее, я стал к нему придираться. Да, то есть вы, у вас что-то поменялось, у вас что-то изменилось. Вы стали по-другому как-то вот его воспринимать. Давайте подумаем здесь тоже о, собственно, причинах данного поведения. Да, о ваших причинах данного поведения. Если вас перестало что-либо устраивать, ну, это нормально, в общем и целом. Так, в общем и целом, бывает, к сожалению, от этого никуда не деться, да, вот, но тем не менее, значит, соответственно, что произошло? У вас что-то поменялось. Ваши желания не удовлетворены. Именно ваши желания не удовлетворены. То есть не удовлетворены не его желания, не молодого человека, а ваши. И вы почему-то считаете, что молодой человек должен удовлетворять ваши потребности. То есть должен соответствовать тому, что вы от него ожидаете. Вопрос, почему он должен соответствовать? Ответ на этот вопрос довольно прост. Потому что вы-то сами так делаете. Вы-то сами стараетесь соответствовать другим. Вы-то сами стараетесь подстраиваться под других. И рассчитываете, что и другой тоже будет подстраиваться. И вам невыносимо, неприятно, больно, тяжело, в конце концов, принять тот факт, что другой человек может жить там, ну, например, для себя. Вот тяжело это принять. И поэтому вы не удовлетворены. Поэтому вам и так вот неудобно, так тяжело, неприятно и так далее. То есть проблема вся, она в этом, в непринятии молодого человека, именно в непринятии его, то есть отсутствие у вас возможности принимать себя, порождает невозможность принять другого человека. Вот как бы и это основная проблема. Вот молодой человек, он, ну как вы правильно сказали, молодой человек, он как вел себя, да, он, в принципе, себя так видел. Но он не изменился, не поменялся, он вот, ну вот так и все. Вот он и не будет бизнес создавать. Вот он и не хочет бизнес создавать. А зачем он ему вообще нужен этот бизнес? Он ведь не обещал, он говорит, что я буду, но я буду. Я могу, может быть, создавать бизнес, а может быть и нет.
вы ведете себя с ним, как родитель. Вы говорите, ты должен, давай, что-то решай, давай, 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 давай. Так же, как, скорее всего, с вами вели себя ваши родители. Ну, а иначе откуда у вас, откуда у вас иначе вот эта вот позиция, да, откуда у вас вот эта вот позиция, что нужно, соответствовать мнению других людей? Откуда? В противном случае. Понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Вот. Ну, в любом случае, в любом случае, я надеюсь, что вы меня услышали здесь. Вот. Хорошо. Дальше. Так, значит, придираться к нему, то помимо работы он больше ничего не делает. То есть вот, помимо работы пишет его, он больше ничего не делает. А должен? Вот с чего вы решили, что он должен? Почему вы решили, ну, почему вы решили, что мужчина вообще должен что-либо делать помимо работы? Это ваше желание. Это не его желание, это ваше желание. Понимаете? Вы постоянно фрустрируете, опять же, постоянно фрустрируете из-за того, что пытаетесь свои потребности реализовать через других. Опять же, по той же самой модели. По модели, скорее всего, родительской. Это именно такая вот родительская модель, что ваши родители хотели и хотят, наверное, свои желания реализовать за ваш счет, ну, в том числе. И вы так, вы по-другому просто-напросто не приучены. И вот вы требуете от людей, требуете от них, чтобы они соответствовали вашим ожиданиям. Они не должны. Они не должны этого делать. Вот. Помимо работы можно ничего не делать. А только шатается со своими друзьями-бездельниками и говорит о том, что вот от работы нет, и начну новую жизнь, буду бизнес свой строить, начинать. Вот. Ну так, а если он работает, и ему больше ничего не надо, например, разве он бездельник? А почему вы считаете, что он должен... Там, ну, почему вы считаете, что он обязательно должен заниматься чем-то помимо вот работы, да? То есть вот откуда у вас эта установка? Вот. Потом, это ведь его право заниматься бизнесом. И также его право не заниматься бизнесом, понимаете? То есть вот как бы момент он такой, на мой взгляд, ну, довольно важный момент на самом деле, понимаете, вот. Потому что, если вы требуете от человека чего-то, то в первую очередь вам нужно понимать, для чего вам это, зачем вам это. С какой целью вам это, понимаете? Ну, и если вы этого хотите, если вам это нужно, то, может быть, имеет смысл, ну, может быть, имеет смысл за свой счет как-то это реализовать, а не за счет молодого человека. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Дальше, значит так, говорю ему о том, что не будет так, закончится лето, тебе с неба упадет все собственное дело, надо уже что-то делать, надо кому? Вот знаете, в чем дело? Кому надо?
Надо вам. Ну да, вам может быть надо. Согласен, вам может быть надо, да. А ему нет, ему не надо, ему не надо. Так. Знаете, это его бизнес, и в любом случае будет лучше, если он свой бизнес будет выстраивать так, как хочет он, опять-таки. Не так, как хотите вы, а так, как он хочет. Это ведь, наверное, будет справедливо. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь в этом аспекте. Понимаете, да? А вы требуете от него этого, да? Это нужно вам. Потому что, смотрите, вы пишете дальше. Случай понимает, но прошла неделя с этим разговором, ничего не изменилось. То есть у вас ожидания от него, и вы его любите, не хотите расставаться, но это несерьезно сводит меня с ума. Это ваша проблема, что это несерьезно сводит вас с ума. Это не проблема молодого человека. У вас есть конфликт, у вас есть противоречие, вы его как бы проецируете на своего молодого человека. Я начинаю сомневаться, чтобы остальных вопросов, что если не прекратили, то мы оглянемся, ну, не удел. Как быть, начинаю говорить, раздражается, ругается, мол, учу. Вот. Ну так, а почему вы должны обязательно оказаться в... Почему вы должны обязательно оказаться в неудел? Я не буду говорить это слово, которое вы употребляете. Почему вы должны обязательно оказаться неудел? Вот почему? С чего вы это взяли? И зачем вам бронировать? Вы выбрали молодого человека себе, такого, который не серьезный. Так это ваш выбор, зачем его менять? Вы изначально выбрали себе такого несерьезного молодого человека. А теперь вы его хотите контролировать. Вы либо принимаете его, либо нет. Если вам нужен другой, расставайтесь и... Если вы любите его, то вы его принимаете таким, как он есть. Понимаете? А здесь у вас противоречие, что вы вроде бы любите его, но в то же время вам не нравится его позиция. Значит, это не любовь. Это тогда вам просто удобно, он вам нужен для каких-то своих желаний и потребностей. Понимаете? Вот. И еще один вопрос, последний, который вы задаете. Как бороться с своей раздражительностью в последнее время стало срываться абсолютно все? Знаете, раздражительность – это накопление негатива. Раздражительность – это наличие противоречий. Ну, определенных у вас. Раздражение – это наличие определенных противоречий. И... Соответственно, как происходит в норме? Как происходит в норме? В норме происходит так, что человек испытывает раздражение, ну, какое-то раздражение испытывает, и он его опредмечивает. То есть это раздражение конвертируется в определенные желания, в определенные потребности, как бы меняется отношение к тому, по поводу чего человек испытывает раздражение, либо появляются какие-то новые понятия взамен ложных, которые порождали этот самый негатив, вот, и так далее. У вас этого не происходит. Раздражение не меняется, раздражение не реализуется, раздражение не конвертируется ни во что, и именно по этой причине вы и срываетесь на всех, потому что раздражение копится, 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 ему нужно во что-то
ну, ему нужно как-то предмешиваться, это естественно. Я надеюсь, вы это понимаете, что это естественно. Вот. И если бы, вы знаете, парадокс еще в чем? Если бы вы не отрывались бы на всех, если бы вы не отрывали, то вам было бы гораздо хуже. Вы были заболели, или у вас были бы проблемы с психическим здоровьем, либо, может быть, было бы что-то еще такое вот негативное. Однако это защитный механизм у вас. И как мне парадоксально это звучит, но защитный механизм в общем и целом, он справляется со своей задачей. Он сохраняет ваше здоровье, он сохраняет ваше самочувствие. Как бы, ну, адекватно, более-менее адекватно, конечно же. Вот. И естественно, вам это нужно. Естественно, вам это необходимо. То есть нужно конвертировать свою раздражительность, нужно конвертировать в что? Во что нужно конвертировать? Свою раздражительность нужно конвертировать в определенные желания. Вот и все. Понимаете, да? Я надеюсь. И тогда ее не будет, раздражительность у вас. Тогда раздражительности не будет, никаких проблем тоже не произойдет, не случится и так далее. Все у вас будет в порядке. Как бы. Дальше. Значит, последний момент. Эмоциональное выгорание. Ну, на фоне всех проблем, которые я описал, да, на фоне всех тех трудностей, которые у вас появились, я полагаю, что совершенно нормально выглядит эмоциональное выгорание. То есть, когда вы просто-напросто работаете на каком-то месте, вот, и, соответственно, не по своему желанию, не потому, что вам нравится там работать, а просто потому, что это, ну, может быть, наиболее адекватное, может быть, наиболее адекватное место, которое вам просто подошло, может быть, так, вот, но опять же, как это видится мне, да, то есть тут, конечно, могут быть какие-то варианты различные, но в любом случае, скорее всего, вам это место просто подходит, я так думаю, и, соответственно, нужно анализировать, почему оно вас не устраивает, нужно анализировать, почему вы не придаете значения своим желаниям, своим потребностям, да, и, соответственно, вот уже исходя из этого, как-то вот свою деятельность корректировать. Но то, что вы не удовлетворены, и то, что эта неудовлетворенность у вас системная, это совершенно определенно. И причина кроется не в том, что вы работу выбрали какую-то, а причина кроется в других, более глубоких вещах. Тех, которые я вам там назвал. Тех, которые я вам описал. И надеюсь,
сделал это понятно. Ну, по крайней мере, я старался. Я старался. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.